Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 3. И у нас идет событие в игре «Загадки полной луны». Пожалуй, одно из самых лучших событий, которые могли только быть в этой игре. Потому что в марафоне этого события я уже получил 2000 рубинов, потому что скин за 10 тысяч очков должен даваться. Но скин у меня есть на Лотоса, поэтому 2000 рубинов я получил. Ну, уже почти что прошел этот марафон. Людей, которые быстро за один день, буквально за один день, когда только вот вышел ивент, уже набрали 20 тысяч очков. Это люди без личного времени, без... абсолютно без... вообще нет у людей проблем в жизни, кроме этой игры. Поэтому я прошел чуть-чуть на пару дней потом, да, вот. Ну, почти прошел, на самом деле. И 5 тысяч очков накопил. Для чего нужны... Воу-воу-воу-воу-воу, микрофон немножко задел. Тихо-тихо-тихо. Руки-крюки. Надеюсь, там никого не оглушил, не оглох никто. Для чего нужны очки? В этом событии очень выгодно покупать бустер-паки, которые стоят всего лишь 100 единиц вот этих жетонов. И сегодня мы будем испытывать удачу, открывать 50 паков. Конечно, я хочу выбивать обратно еще жетоны. И самое интересное, хочу выбить рубины. Да, это самое нужное. Это уже было, то есть этот ивент уже был, есть серии по нему, 7 частей, 7 видосов, связанных с этим ивентом, есть, прошлой осенью я их записывал, «Загадки полной луны» называется, там буквально целая арка эпизодов, поэтому ищите в плейлисте, смотрите. Сегодня мы будем испытывать с вами удачу, так что сегодня у нас «Загадки полной луны 2.0». Всем приятного просмотра, давайте начнем открывать, я надеюсь, сегодня будет очень круто. Let's go! Вы знаете, ребят, на фарм вот этих 5000 очков, ну, я потратил достаточно большое количество времени, но по рубинам отыграл, ну, совсем ничего, получается.
Я не знаю, почему мне так жестко и с таким рвением накидывали ключи, вот эти вот редкие, и почему мне выпало 1888 теневой. Я просто вот эти 1088 хотел, но не эти, господи. В общем, рулетка посмеялась надо мной и насыпала чисто одних ключей и ничего больше. Хотя время я потратил достаточно много на то, чтобы нафармить эти 5000. Скажу, что я разочарован рулеткой, да, я ею разочарован, но, к сожалению, вот так. Походу, все мои друзья, которые открывали, знакомые друзья, которые открывали эту рулетку, наполучали, ограбили ее настолько, что мне уже ничего не досталось. Выпало совсем немножко рубинов, ну и на этом как бы вот и все. Вот, поэтому, друзья, обратите внимание, за одну только эту акцию, сколько ключей я уже нафармил, и вот... Пожалуйста, просто многие люди задают вопрос, как мы фармим ключики. Доска удачи и вот подобные ивенты дают фарм этих ключиков. И я, наверное, даже не скрою, что, наверное, многие запасы моих ключей до мира Маркуса на мире Иту были как раз-таки с прошлогодней такой акции. Ну, вот с этого ивента, с лунного вот этого. Может быть, я и там их нафармил. В общем... Ключики фармятся легко с ивентов, со всяких вот подобных мероприятий, с таких вот паков, как сегодня мы открывали. Вот, и если люди, многие думают, что есть взломка Shadow Fighter 3, и у меня взломка Shadow Fighter 3, то вы можете написать в техподдержку Нейки или Банзай и сказать: вот, у есть такой ютубер Влад, вот у него взломанный Shadow Fight, забаньте его, проверьте его на взлом, пожалуйста. Можете смело писать. Я думаю, ссылку на поддержку можно в группе ВК у них найти. Можете туда писать, можете через игру писать. Ябедничать, жаловаться можете. Никто вам не запрещает, только ответ от Неки вас разочарует. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.